Всем привет! Сейчас вам расскажу, как сделать резервную копию карты памяти либо USB флешки. Допустим, если у вас от какого-то устройства регистратора Windows не видит всех файлов, не всех разделов, поэтому делается полная копия карты памяти. Значит, запускаем программу. К примеру, можно использовать Image USB. Первый шаг. Выбираем нашу флешку, карту памяти. Она подключена у меня через картридер, мультифлеш ридер. Ставим галочку. Шаг второй. Смотрите. Write image. Это запись образа на вашу флешку. Нам нужно create. Создать образ из USB флешки. Третий. Это очистка флешки. И четвертый пункт. Это реформат. То есть поменять файловую систему флешки. Ну, нам нужен второй пункт create. Здесь ничего мы не меняем. Шаг третий. Выбираем, куда его сохранить. И придумываем название вашей флешки. Например, ну, убедитесь, конечно же, что один, сохраняем. Вот в таком вот виде будет сохранен. Убедитесь, чтобы на компьютере было достаточно памяти, потому что сколько весит карта памяти, образ делается полностью таких размеров. Нажимаем Create. Он предупреждает, вернее спрашивает, что корректна ли информация, перепроверяет. Можно даже поставить галочку, чтобы он этого больше не делал. Нажимаем Да, все правильно. Также, что предупреждает, что возможно какие-то последствия, если вы отключите от питания. Все, пошла запись. Значит, по завершению у вас будет готовый образ в этой папке. И, в принципе, все. Будут вопросы, задавайте в комментариях. Я с вами прощаюсь. Всем удачи, пока.